Уже сегодня на телеканале «Хабар» состоится премьера долгожданного сериала «Туншыккан Сизым», что в переводе «Задушенная любовь». Сюжетная линия мелодрамы раскрывает историю двух семей, чьи судьбы пересекаются необычным образом. Благодаря детям родители вновь встречают друг друга. Вспыхнет ли былая любовь, увидим совсем скоро. «Туншыккан Сизым» – это семейная драма. Алибек и Лейла полюбили друг друга, но их отношения так и не переросли в брачный союз. С тех пор прошло 20 лет. У него давно своя семья, у нее своя. У Алибека сын, у Лейлы дочь. И вот волю судьбы их дети встречают друг друга, влюбляются. Вспыхнут ли вновь чувства между их родителями? Из серии в серию история становится все запутанней. История сама крутится как семейные ценности, да, то, что родители не хотят, чтобы дети повторяли их ошибки, пытаются уберечь и так далее, а молодежь, как бы юношеский максимализм, они там хотят как-то по-своему свою жизнь прожить. За время съемок команда сменила более 70 локаций. Действия в основном происходили в квартирах. Также снимали в салоне красоты, который по сюжету принадлежит главной героине Лейли. Ее бывший любимый человек Алибек тоже занимается бизнесом. Только вот все заработанные деньги проигрывает в карты. Очень часто люди не могут найти свое предназначение в жизни. Мой герой такой. Он заблудился, стал игроманом. От этого у Алибека только проблемы в семье. Моя роль непростая, но мы с командой постарались точно воплотить образ героя. Алибека в семейной драме сыграл известный актер Дулуга Акмолда. А вот роль сына героя досталась Динмухамеду Нурлыбаю. Это был его дебют в кино. Премьера состоится уже сегодня в 22 часа 40 минут на телеканале «Хабар». Анастасия Валикжанина, Кинджи Амраев, Алматы, «Хабар-24».